Итак, приветствую на канале. Сегодня мы посмотрим такую игру, как Do Not Fall. В общем-то, на смартфончике с процессором Apple i9. Эта игра работает хорошо, но что мне в этой игре не нравится? То, что, как видим, вылетает рекламная вот эта хрень. Если вы каким-то способом пытаетесь блокировать рекламу, все равно эта белая штука будет здесь у нас болтаться. Как видим, здесь у нас чувак из Among Us. Наш основной персонаж, такой скинец есть. Ну и, в общем-то, почему я эту игру не особо люблю, как и тот же Among Us и прочие вот эти батл-рояли, ну, так называемые. Здесь жадные, наглые школьники пытаются подсидеть друг друга. Ну и вот, соответственно, вы должны смотреть рекламу, чтобы удвоить, там, утрою, скажем, свои награды, увеличить. Даже если вы ничего увеличивать не хотите, все равно вот эта дичь, она будет высвечиваться постоянно. Ну, игра работает, скажем так. Но, повторюсь, вот это мне не нравится, эта реклама. Понимаете, она рассчитана на манипуляцию. Вот человек хочет, вроде бесплатно игру скачал, и он уже не может отказаться, потому что все знакомые, все друзья играют, и разработчики игры, они понимают, что это прибыльно. И, в общем-то, такие игры, по сути, их и цель этой игры для того, чтобы впихнуть сюда рекламу. Если в Among Us рекламы нету, ну, это не так много, то здесь ее просто завалено, ну, скажем, 10% экрана занимает сама реклама. Это ненормально. Особенно на старых смартфонах тут экран, извините, и так небольшой, а тут еще дебильную эту рекламу поставили. Что это такое? Что это такое? Поначалу в этой игре они белые бегают как влияют. Ну что это такое? Несерьезно, какая-то манипуляция. С СММ социальной инженерии. Человек хочет в игрушку поиграть, скачал себе игрушку, и тут такая лажа. А еще у меня чувак из Among Us, это покупается этот скинец, он докупной. Вот, короче, я бегу по краешку, бегу, будем пытаться отсекать, подкрысить, как все вот эти жадные школьники делают. Так. Прыгаем тут по зеленому, чуть походили, о, подсидели. Красный шинник. О, на первое место выиграл в Battle Royale. Battle Royale выиграл. Опять этот. Ну такая хернистика. Только собрался. Короче, суть цель этой игры. Блять, 5 минут играете, 15 минут смотрите рекламу. Ну еще, сбегаем партийку одну. Оп. Можно какие-то приколы брать. Видите, новую рекламу нам подружат, это же трафик все просырает. Можно типа отключать интернет, ну я не знаю. А как вы тогда будете смотреть удвоенные награды для того, чтобы получать вот эти вот очки на то, чтобы быстрее прокачивать? Свои количество монет, свой аккаунт, прокачали аккаунт, количество монет увеличилось, купили скинец, как в Among Us, видите? Никто не будет Among Us тогда, что же это такое? Ой, блин. А все равно на первом месте. Выиграем Battle Royale, просто тащим в Battle Royale. Ну я просто играю, это вот видите, манипуляция такая вот. Ну как бы вот, даже вот такие люди нормальные, адекватные, сознательные, все равно в это играют, потому что вот есть такой элемент вот, какой-то вот авантюры. Какой-то азарт тут нездоровый. Ну в целом работает, как видите, на таких даже вот старых смартфонах работает, можно поиграть еще четенько. Ну и пишите, какие игры вы хотите увидеть, ну кроме Fortnite, потому что Fortnite сейчас нету в App Store, в принципе, его там нету. Как-то его протестировать невозможно, потому что его там нет.
А так очень есть возможность, ну, практически все игры, при условии, что будет память, что будет свободное время. Здесь можем ракету, перчатки, и летаем, смотрите, мы летаем. Просто тащу, просто на скеле вообще. Ну, короче, не буду гулять рекламу снова. Ну, короче, вот такая вот игра. Играем рекламу, смотрим. Ну, смешанные впечатления, но работает, тем не менее, достойно.